когда мы только-только начинали подготовку к вакцинации, мы очень много информации изучали. И вначале, конечно, были указания, что нужно сдавать и на антитела, и сдавать мазки, и вплоть до того, что даже сдавать анализы какие-то, общий анализ крови. На сегодняшний день пришло разъяснительное письмо от Министерства здравоохранения Российской Федерации, где все это, в общем-то, не обязательно. То есть этого делать не нужно.